Привет, ты на канале Супер Тима Геймс. Вышла новая игра по ФНАФу под названием Five Nights at Freddy's Into the Pit. И давай же мы на нее посмотрим. Поехали! Всем будь... Все вы будьте аккуратны и носите наушники. Носи наушники. А еще сохраняйтесь, не забывайте сохраняться. Всегда все записывайте в блокнотик. Понял? Какой-то заяц. Мегакот! Ого. ФНАФ. В яме. Скотт Кефтон и Mega Cat Studios. То есть игра у нас официальная и все как должно быть. Нажать любой ключ для старта. Это фидбэк. Очень страшный почему-то. Давай. О, чё? Так, не дергайся. Не дергайся. О, давай я. О, Лангуаге. Давай мы поменяем Лангуаге. Где наша Лангуаге? На польском будем проходить. О. Так и вот, значит, наш ФНАФец. Уже видим какого-то зайца с желтыми ушами. Или они тупо ржавые, попробуй пойми. Есть достижения, титры, можно сразу же закончить игру. Только запустил, можно ее сразу же пройти по вот этой вот кнопке. Новая игра, погнали. А можно тут что-то потыкать? Зайца можно потыкать с этими, с глазами его, не? Ну давай, новая игра. Пусто. О, прикинь, тут... Я просто, чтобы посмотреть, кто тут, какие тут эти... Смотри, тут Мишка, Фредди, Чика и этот наш заяц. Я бы сказал, что это Бонни, но я сомневаюсь, что это Бонни. А вообще, надо ставить яркость где-то аж вот так. Но чтобы хорошо все рассказывать, я поставлю вот так, даже вот так. Чтобы я что-то видел. Подтвердить. Сложность. Жутко. Страшно. Жутко. Страшно. Конечно же страшно. Почему нету режима ужас? Просто бездонный ужас. Чтобы прям... Ладно. Все. Значит, будет просто страшно. Да. Все им надо подтвердить, а? Пролог. Удерживайте shift для бега. О, спасибо. Может хоть раз здесь случится что-то интересное. Пацан с карандашиком рисует этот кролика. Папа говорит: Освальд! Ничего себе, у тебя имя. Пора! О, прикольно. Пытается понять, что это за заяц, да, видишь, вагон знаков вопроса. Она пиксельная? Освальд. А больше некуда пойти? Поначалу пицца казалась вкусной, но хочется чего-то нового. Да будет тебе, Ос. Пиццерия Джеффа далеко не самое худшее место. Да, батик будет говорить вот так. Каждый день лета похож на предыдущий. Я прохожу, беру пиццу, несколько часов глазею на желтые стены, покрытые жиром, а потом жду, пока ты меня не заберешь. В чем тут веселье? Я уже даже рад, что завтра я вернусь в школу, потому что приходить сюда буду только по выходным. Ничего себе, тебе достала пиццу. Слушай, пацан, я, конечно, понимаю, но ты чуть это, не кажется. Перебираешь. Прости, сын, я знаю, что никому не хочется проводить все свое свободное время в захудалой пиццерии. Но это все, что у нас есть. Это все, что мы можем себе позволить. Ты же знаешь, что после закрытия фабрики у нас проблемы с деньгами. Когда я устроюсь на полную ставку в магазин? Если этот магазин не вообще не загнется раньше. В этом городе все либо загибается, либо уже мертво. И никогда не знаешь, что станет следующим. Поначалу мы не можем поехать в соседний город. Чё? Для начала, почему мы не можем поехать в соседний город, где все еще живо? Теперь там все мои друзья. Поездка недолгая. Бабушка переживет. Поездка не вариант.
если только хрупкие бабушкины кости не окрепнут за ночь. Ого, там еще бабушка, походу, с каким-то этим полячкой. Я забыл, как называется. Может, вы просто укутаем. Может, мы просто укутаем бабушку в пупырку. Если я это представляю. Если все было только так просто. Даже Лен, теперь его читать не могу. Даже великая мощь пупырки не сделай бабушку сильнее, и ничего тут не изменишь. Блин, ай, блин. Эх. Кстати, об изменениях. Готов поспорить, что тут опоссум все еще лежит на углу светофора. Это было в предыдущих частях ФНАФа или нет? Блин, надо будет как-то сесть и пройти все ФНАФы, просто осознать весь сюжет. Думаешь? Давай заключим пари. Если эта тварь все еще там, с меня дополнительный доллар на еще один кусочек пиццы. Хорошо. Ты все еще там? Все еще мертв. А че он должен воскреснуть? О, нет, нормально выглядит. Все наладится, Ос. Да, понятно. Куда уж хуже. Вот это правильно. Понял, все наладится. Что это за отец такой, что не мог порадовать его, уже не говоря о том, чтобы купить ему что-то помимо пиццы? Прости, что так случилось, Освальд. Пап, мы опять опоздали. Где я? Помнишь, как раньше это было самым крутым местом? Мать. А то! Мои родители постоянно возили меня сюда. Я до сих пор помню, как играла в бассейне с шариками и зародилась лишаем. Фу, видимо, поэтому здесь все еще ограждение. Ну и потому что, ну ты знаешь. Из-за аниматроников? Ну ты понимаешь, мы вот тут, да? Освальд. Секретный бассейн с шариками. Или же... Не, мы вот здесь. Или типа я вот этих послушал. Окей. А где ты карту нашел-то? За кулисье. Бэкрумс. Зал кафе, вход, холл для вечеринок, кухня, зал игровых автоматов, кладовая, охрана. Бассейн с шариками, о, тот самый. За кулисье, подвал. Инвентарь. Записи. А. Квесты. Найти бассейн с шариками. Слышал, как люди в пиццерии Джеффа говорили о старом бассейне с шариками где-то в ресторане. Было бы неплохо посмотреть на него. А, ну и настройки достижения. Понятно. Можем посмотреть на него. Отец. Давай больше не будем разговаривать об этом отвратительном бассейне с шариками. Понятно. Почему я такой... А, не, я могу бегать. Давай побегаем. Потому что так он ходит, как крадется. Веганская пицца. Водичка. Бесплатная доливка. Только воды. Жаль, не апельсиновой газировки. Что тут я еще могу что-то пощупать? Могу посмотреть на Фаларака. Хотелось бы, знаешь, с помощью мышки изучать экран, а не так подбегать ко всему. Ты тут там доел? Нет. Только для работников написано. Эта дверь заперта. О, кулиса. За кулисье? За кулисье. А, смотри, мы уже знаем, что кухня закрыта. А за кулисье открыто. Тут у нас и есть, да, бассейн с шариками? Чего? Ого, он и вправду существует. Блин, я хотел еще поизучать, но ладно.
Выглядит немного мерзко, но интересно, что будет делать отец, если я спрячусь и пропаду на некоторое время? Может, он тогда поймет, что не стоит оставлять меня одного в таком стрёмном месте на весь день. Постой. Я хочу еще поизучать, можно? Пожалуйста, пожалуйста. Хочу еще немного поизучать. Там, во-первых, сцена. Не знаю, зачем здесь эта сцена, ведь тут никогда не выступали никакие группы. Тут и два аниматроники должны выступать, если я правильно понимаю. Ну ладно. Никогда не видел, чтобы Джефф пользовался этим. Отсюда и все эти пятна на полу. А может, это кровь? Это же ФНАФ? Эта лужа здесь уже очень давно. Надеюсь, моя обувь не промокнет. Заперто. В любом случае, вряд ли там бассейн с шариками. Так, то есть у нас подвал закрыт, да? За кулисьей открыто. Кухня закрыта, бассейн с шариками открыт. Чего я не ожидал. Думаю, что сейчас надо будет какой-то ключ искать. Вход надо проверить, еще там холл для вечеринок. Но я сомневаюсь, что нас сейчас куда-то далеко пустят, но проверить же надо, правильно? Я буду не я, если я не проверю, просто я обязан проверить. Так, вот у нас холл для вечеринок, правильно? Закрыто. Ну и там слева, скорее всего, тоже закрыто. Нет. О, тетя. Здрасте, тетя. А, это не тетя. Это не тетя. Это сам Джефф. Ладно. Сорян. Не признал тебя. Просто у тебя волосы такие, они полудлинные, полукороткие. Потому что ты знаешь, как продавщица... Да. В Альке. Как мы его назовем? Хочешь еще кусочек сырной пиццы и апельсиновую газировку? Не сейчас. Я просто изучаю местность. Что ж, удачи. Здесь не на что смотреть, кроме как на пыльных зайцев и паутину. Не думаю, что они кусаются. Будем так страшно говорить. Пыльные зайцы? Нет, тарантулы. Джефф, они совершенно точно кусаются. Ой, тогда удачи. Нормально, у тебя тут пауки. Как вообще тут, блин, ты чё, кормишь? Сюда меня не выпустят. А, я обещал отцу, что не выйду. Здесь даже нет никаких интересных вкусов. Сюда нас не пустят. Эта дверь заперта. А вентиляция? Понятно. Что это? Да, хорошо, хорошо. Меню. Похоже, сегодняшнее предложение дня это кусочек пиццы и напиток за полтора доллара. Впрочем, как и в каждый другой день. Понятно. Погнали направо. Давай. Мы там уже все изучили. Мы уже знаем, что тут сюда нам нельзя тупо потому что. А верхнюю часть нас в принципе не пускают, кроме бассейна с шариками. И в подвал нам тоже нельзя, так как рано еще в подвал. Я уверен, мы туда попадем. Давай. Цель спрятаться в бассейне. Давай мы сначала изучим эту комнату. Че это? Похоже, здесь что-то закрасили. Интересно, что? Господи! Я не думал, что эти пауки будут так выпрыгивать. Я такой смотрю, читаю, не использовать. Ой, блин. Ладно, тут ничего и нет, кроме скримера, блин, почти в самом начале. Но здесь не подцеплю здесь конъюнктивит. Это когда глаз такой красноватый становится. У меня такая штука была. Но она не сильно бесит. Все, я запрыгнул в яму. Дали ачивку. Какого? Хороший вопрос. Это переход во времени? А, и мне опять все обновилось. Ну-ка, записки. Квесты. Угу. Он в прошлое, Ля. Смотри, вот эти аниматроники как. Эти персонажи похожи на тех, которых я рисовал. Можно с кем-то поплакать? С вами? С вами? С вами? О! Звонок. Папа сказал, что вы потом поедете смотреть кино! Офигеть! А что будете смотреть? Не знаю, но что это про людей, которые охотятся на привидений? Это охотники на привидений! Йо, если оно еще идет в кинотеатрах, я сейчас скажу, какой это год.
Я сейчас тебе скажу, какой это год. 84-й год. Охотники на привидений, 1984 год. Это значит, что мы, скорее всего, сейчас в 1984 году. То есть мы переместились на 40 лет назад. Относительно сегодня. А, я видел этот фильм на той неделе. Следи за слизью. А, да, там. Я вроде смотрел или нет, я уже не помню. Это было так давно. Может, я смотрел какую-то обновленную версию, тоже может быть. Это место шикарное! Хочу остаться здесь навсегда. Вроде могу шарики пинать. Ну давай, выходим. Вот. А случайно тот самый вкус был не в 84-м, а? Мой не лучший! Как ты думаешь, он принимает заявки? Мама сказала, что нельзя танцевать после стольких кусков съеденной пиццы, но это же вечеринка! Что может случиться, сейчас он заблеванет? Урчание в животе. Ой, наверное, мне стоит немного посидеть. Так ты не посидел, надо было присесть, реально. Эй, черти. Нерд. О, у него есть имя, Нерд. Смотри. Говорят, в зале игровых автоматов появилась новая игра. Нужно сходить посмотреть. Наверняка классная. Хотя нёрд, это может быть еще что-то это. Большой нёрд. Я наберу очков больше, чем кто-либо еще. Еще больше. А я уже... Нормально. 25 центов за конфету, я могу жить на конфетах за всю свою жизнь. Маме это только не понравится. Ага, да, только тогда это было подороже, чем ты думаешь. Ну туда нас никто не пустит, это те жрут пиццу. Рассеян. Нужно больше жетонов, мы и потерялись в бассейне с шариками. О, можно найти жетоны в бассейне с шариками. Это подсказка. О, Майк. Эй, чувак, крутой шмот! И когда не видел такой прикид? Спасибо? Мне нравится эта футболка «Будущее прошлого». Это мой любимый старый фильм. Типа «Назад в будущее» или чё? Старый? Чел, о чём? А, это другой. Старый? Чел, о чём ты? Он вышел всего 3 недели назад. Забей, он просто прикалывается. Меня зовут Майк, это Чип. А тебя как зовут? Меня зовут Освальд. Освальд, как волшебника. Блин, надо как-то их разделить. Я не могу их разделить. Волшебника? Из страны Оз. А, да, я смотрел этот фильм. Мои родители зовут меня Оз. Думаю, оттуда они не взяли мои. Почему они не видели тебя раньше, Оз? Это хороший вопрос. Ха, ты забавный. Новеньким быть неплохо, Оз. Благодаря твоей... Благодаря новой фабрике в город съезжаются новые люди. Новой? Абсолютно новой. Мой отец работает там. А отец Майка тоже. Уверен, твой отец тоже устроился туда. Что? Но... Чип, слушай, ты совсем загрузил новенького. Дай ему освоиться. Оз, хочешь поиграть с нами в пиццароллер? Пиццароллер. Звучит интересно, но не думаю, что мне место именно здесь. А где же тогда? Зыр-зыр-зыр-зыр-зыр-зыр-зыр-зыр! Да ладно тебе, просто хочу еще поболтать с тобой о фильмах. Решено. Идешь с нами в зал игровых автоматов. Не понимаю, что происходит, но думаю, я смогу немного потусить здесь. Лучше, чем прятаться в этом мерзком бассейне. Да непонятно, насколько едет отец. Эта дверь заперта. Она же только что открывалась, ты чё? Пицца, пицца! Ого, эта пицца очень даже ничего. Пицца-сноб. Ха-ха, пицца-сноб. Этот ребенок ест пиццу только со вкусом... Ест пиццу со вкусом макароны кетчупом? О, фу! Я всегда за развитие вкусов пиццы, но это уже перебор. Видимо, тебе никогда не понравилась пицца с ананасами. Ты чё? Пицца с ананасами вкусная! Она вкусная, она такая... Она вкусная!
Ананас? В пицце? О боги! Она вкусная! Она вкусная! Фанат Фокси. Это был Фокси за дверью? Как думаешь, Фокси скоро вернется? Я скучаю по нему. Фанат пиратов. Кто знает, если бы я мог исходить все моря и океаны, я бы никогда не вернулся. Но что насчет морской соли? Раз вами мысль об этом не заставляет тебя судорожно чесаться? Не вижу в этом ничего плохого. Не вижу ничего плохого в том, чтобы стать соленым морским лисом. Укрепляет характер. Нам сюда, да? Так, ну что мы знаем? В Заколизье там не пройти. В бассейн на шариками я пришел. Мы сейчас у входа. Тут никого нет. Купон на пиратскую вечеринку Фокси. А если выйду сейчас? Газировка со вкуса пиццы. Даже не хочу представлять на вкус. Нужно осмотреться. Нам сюда? Давай, Чип и Майк. Эй. Чип и Дейл. Ну, выглядит это да. Как... Давайте, мы сейчас не с ними будем говорить, сейчас мы посмотрим. Можно к каждому подойти, офигеть. Написано, что и нужен жетон. А я рассказывал, что в моем возрасте обожал эту игру. GGY побил рекорд во всех играх. Здесь написано, что нужен жетон. Здесь рассказывала, что обожал эту игру. Выглядит действительно забавно. И тоже GGY, да, побил? Что за GGY? Разве это не круто? Что, если бы в твоей пицце был гамбургер, жующий ребенок? Просто представь, вся вкуснота гамбургера, но в плоском виде. Но зачем? Ты когда-нибудь пытался удержать огромный бургер одной рукой, другой играя в автоматы? Это невозможно, все внутренности выпадают. Но ты можешь удержать кусок пиццы одной рукой. Хе, думаю, в этом есть смысл. Призы. Если бы у меня был купон, я бы обменял его на призы. Такое ретро. Понятно. К этим не подходим. Так, что там должно быть? Кладовая. Кладовка. Меня ждут Чип и Майк. Здесь тоже, да? Не поддается. Не поддается! Смотри, вход для вечеринок вообще, типа, он заблокирован. Он не поддается со всем этим. Че вы, черти? Дилер, сколько вы требуете билетов, чтобы получить купон? Сколько вы хотите? Правому или левому? Левому или правому? Давай левый. Ты смотрел? Ты смотрел Зендерликс? Зендерликс против... О, господи. Мека Зендерликса. Возможно, неправильно. Смотрел ли я? Да я обожаю Зендерликс. Трансформеры. Походу. Так и знал. У парня есть вкус. Наконец-то. Кто-то обожающий классику. Чувак. Так, теперь это, да? Ос, ты когда-нибудь играл в пиццероллер? Нет, но я видел что-то похожее. Это самая последняя и лучшая модель от Фазбера. Так что я не удивлен. У нас тут эксклюзив. А что за Фазбер? Ха, этот чувак не знает о Фазбере. Ты как с другой планеты. Вот, бери шар, и мы покажем тебе, как играть. Значит, ты будешь против меня, я буду поддаваться. Возможно. Итак, задача заключается в том, чтобы набрать как можно больше очков. Запускай шары в кольца. На конце есть рампа, которая запускает твой шар. Так что нужно управлять скоростью. Зацени. Выпендряжник. Ос, попробуй. Ого, новичкам везет. Ага. Моя очередь. Ого, Майк, да ты хорош в этом. Майк лучший в городе.
Он даже слишком хорош, на мой взгляд. Ой, блин, я и голоса перепутал, ладно. Не то, чтобы я прям старался. Я просто застрял здесь на все лето, пока мои родители работают. Но как только мы все вернемся в школу, я потеряю навыки. Я им перепутал, давай. А, недолет. Давай десятку хотел. Вот так! Гад. Школу? Ты тоже хочешь школу Вестбрука? Конечно, здесь только она и есть. А что будет, если слишком сильно? А, блин, это... Как я вообще с первой попытки попал? Я слышал, у нас будет новая учительница в этом году. Кажется, ее зовут мисс Митчем. Ос, последний шар, постарайся. Давай туда. Вот так. Недолет. Ха! Все еще не побежденный, а что если его победить? Чувак, ты мог бы быть полегче с новеньким. Зато в следующий раз ему, у него будет мотивация стать лучше. Как насчет игры в салки вместо этого? Давай, только так мы сможем показать это место Озу. Да, давайте. Круто, я начну. Готовьтесь убегать. Беги, не попасться. Вау, у меня скорость вообще турбо. Давай, бассейн шарами. Шары. Все, я не попадусь. Я в другой комнате. Нет, шуруй сюда, шуруй! Нет! Блин, я еще и фразу промотал. О, сегодня здесь много людей. Похоже, не убежать от тебя, Чип. Возможно, ты прав. Все хотят наиграться до школы. Может, тогда поиграем в прятки? А вот в этом я хорош. Давай. Куда я, где найти, куда спрятаться? Где можно спрятаться? Прятаться быстрее. Сюда, за шторку, зашторивайся. Не зашторивается. Давай наверх. Наверху будем прятаться. А можно, не поддается. Не, все еще нельзя, да, поменять комнату? О! Че, это что? Кладовка открылась. Я знаю, куда можно спрятаться. Ща. В этих подарках ничего нет. Надеюсь, это про декорации. И какой-нибудь ребенок получит худший подарок. Не лучше. Ну тогда это. О, пустой костюм! Уверен, никогда там не посмотрим. Чекай, пацан. Чекай. Пожалуйста. Это слишком очевидное место для пряток. Что-то мешает. И сюда нас тоже не пустят. Заперта. А, у нас 85-й, а не 84-й. Июнь? 85-го? А это Golden Freddy. Он просто коричневый. Прямо как в том фильме. Я слышу шаги. Надо спрятаться. Давай. Камера. Пух. Индикатор показывает... Сколько шума вы издаете? Ведите себя. Тихо. Так точно. Пш. Ох, надеюсь, Майк не слышал. А, это чьи... Ой. Ох, надеюсь, Майк не слышал. Сначала нужно спрятаться. О, вот и Майк. Ха, неплохо, но я слышу тебя, Чип. Ну и ладно, ты уже нашел Оза. Пока нет, он не шумит, в отличие от тебя. Ой, блин, я опять их перепутал. Что ж, может, я тогда найду его первым? Давайте, бегите, глупцы. О. Хе, они никогда не найдут меня. Свет потух! Держать. Мужик, задыхаюсь. Нифига себе.
вообще такое было? Хорошо, что меня заметили. Видимо, здесь лучше не находиться. Что происходит? Скорее! Скорее, хватай детей! Видимо, он несет его вот так. Чё там? Чё там, я не могу крутить камерой. Эй, эй, ты чё вылез? Здесь есть кто-нибудь? Чип, ой! Чёрт, не смысл кричать. Слишком много людей кричит со мной. Где они? Может, не знаю, что происходит? Так, можно сныкаться. Так, ой, как же хорошо, что оно не берет мой микрофон. Не поддается. Что-то мешает. Тут можно сныкаться. Ну, я бы... Что такое? Я бы вообще не вылазил из нычки. Если бы я услышал подобные крики, я бы там залез и вообще не вылазил бы. Я... Все валят. Что там? А мы идем туда, да? Можно заныкаться под стол. Чего вы все убегаете? От чего вы убегаете? Чип? Репс? Что случилось? Радиа, у них крышки открыты. А, блин, прикольно. Сюда тоже можно? Не сюда. Ор такой, как будто там апокалипсис. Дверь заперта. Надо дергать все. Открылось! Я ждал его появления. Подходи. Подходи. И ушел. Он признает следовать за ним? Может, у него чипы май? Ну, он ушел или в зал игровых автоматов, или в кладовку. Ну, типа. Да! Что такое? Постой. Сюда меня никто не пустит. Нужно идти за ним. Чё, ты даже... Он даже бегать разучился от страха, блин. Хочу изучить место. Не может быть, чтобы кто-то съел две пиццы. Бегай отсюда. Жутковато. Так, ну сюда нас тоже не пустят. Да, нужно идти за ним. О! Не-не-не-не-не! Чё? Я ещё одну повесить. Есть у меня этот детектор Шумана, его тут вообще никак типа не поменять. Сюда? Нужно идти за ним. Он тут в конце, он ждет нас в комнате для вечеринок. Я так и думаю. О, уже Фредди Фазбер спится, смотри. Метнул в него чем-то тупо. Бежать! Бегите! Двигайся. Он ушел? Нужно выбираться отсюда. Отсюда. Надеюсь, чипы мои в порядке. Вылазь. Погнали. У меня пропал детектор шума. О, что тут можно? Ну-ка. Надпись гласит, ушел пиратство. Скоро буду. Без понятия, что за этим кулисами, но смотреть не буду. Почему? Ты серьезно? Ты увидел этих чуваков 2 минуты назад. Ты чё? Он их идет спасать.
гений. Ну не там, наверное, где же они еще могут быть? Дверь заперта. Я не свалю. Я не свалю. Меня сейчас сожрут. Да. Что, пробуем еще раз, конечно же. Да, он ушел. Да. Надо тупо валить отсюда. Нету смысла искать твоих друзей. Ты их впервые увидел. Они еще тебе не могут. Что такое? Нет. Он же не тупой. Это то, что требовалось, да? Вот он! Батя сейчас офигеет. Освальд, о чем ты только... Освальд, о чем ты только думал, прячась в таком... в этом мерзком столе? Ты не слышишь, как я зову тебя? Папа, папа, нет! Нет! Ух ты ж, ёханый. Папа, ты в порядке? Сейчас батя станет ним, смотри. Беги. Нет. Ты уже не сбежишь. Доброй ночи, ребят. Стоп, Джефф, мне кажется, с папой что-то случилось. Там, в порядке, видимо, прыг в пыль нанюхался. Отправляйтесь домой, отправляйтесь домой, отдохните. Подожди. Дом Освальда. Ночь первая. Что ты сделал с моим отцом? Куда ты меня везешь? Ты что умеешь водить автомобиль? Видишь, через зеркало смотрим за глазами батинами. Мой дом? Откуда ты знаешь, где я живу? О, он же здесь. Выходи. Упал. Котик. Кот свалил. Я просто пойду и лягу спать в свою комнату, хорошо? Что происходит? Что мне делать? О, позову маму. Может, она знает, что делать? Папа всегда оставляет свой мобильный дом. Уверен, он в его комнате. Мужик, ты в 24-м году, у тебя нет мобильника? Отец купил мне лавовую лампу на гаражной распродаже. Были это радухи, но мне понравилось. Да, лавовая лампа — это прикольная штука. Я бы и себе поставил, но... И это вот тут, прям возле тебя. Сейчас есть важнее... вещи поважнее домашнего задания. Да ну, не верю. Лезо закончилось. Так что этот вентилятор больше не нужен. О, у тебя уже закончилось. Моя комната. А, у меня есть карта. Наш дом. Холл 2, холл 1, комната Освальда. Главная спальня, подвал, кухня, гостиная, зал, чердак. То есть тут у нас ступеньки? Или нет? А, не. Это у нас холл 1. Не знаю, зачем я заполз сюда, но я просто изучаю местность. Мама укачивала меня здесь младенцем, чтобы я уснул. Похоже, здесь стояли батарейки. Можно взять с собой. О, бери. Ничего себе, взять что-то, полный звук дает.
Прикинь. Наверное, стоит много шума. Так много номеров. Видимо, это телефонная книга. Блин, ты что, в своем доме не знаешь, что у тебя лежит? Видимо, это так, наверное. Кто-то ржет. Мама хранит здесь медицинский халат. Это она оставила батарейку здесь. О. Что он делает? Я мобильный отца на тумбочке. Сначала мне надо найти способ прогнать это существо. Возможно, я напугал его шумом. Ух ты ж. Веревка. Противовес, что я собираю? Батарейки, веревка, противовес. Угу. Шум. Гостиная. Тисковая посуда, которую мы используем только по праздникам. Еще шум. Ладно, год все тот же. Спасибо, календарь. А тут не написали, какой это год. Смотри, просто август. Здесь мы храним настольные игры, в которые играем, когда собираемся вместе. Раньше мы выбирались куда-то, но теперь просто играем на столке дома. Так, я тут уже был. Назад. Сюда. Это у нас что? У нас зал. Чем зал отличается от гостиной? Что это было? Или это здесь? Когда я не узнаю. На полке фотография бабушки. Она все еще живет неподалеку. Сваливай. Я хочу, чтобы мама оказалась дома с этим существом. Так на улице надо тупо ждать маму. Это что? Так, нам надо нашуметь. Нашуметь можно... Давай здесь нашумим. А-а-а! Типа, что использовали? Он сюда! Я слышу тебя! Поднимите! Звукометр в потолок. Ачивка. А вообще все заорало. И это заорало. Звукометр падает. Прихлопнуть паукова. F. S, господи. D. А. Но мы его спугнули. Он вроде еле ходит, но при этом такой... Старые чемоданы. Давно никуда не ездили. Он такой, вроде бы, блин, неповоротливый, но при этом слазит по лестнице только там. Он двери закрыл. Я слышал, он двери закрыл. Только вот он их закрывал в моем правом ухе. Что это, черт побери? Справа. Входим? Где-то слева закрыл.
Так, открыть телефон. Самая печальная и устаревшая модель. Их с номера. Неужели просто отец помнит их все, ничего себе. Ага, номер мамы должен быть где-то записан. 8. Чё? 5? А. Я не помню номер. Сорян. Здесь много одежды. Да ну. Фотографии моей семьи. Мама и папа на Хэллоуин. И бабушка со мной на руках, когда я был младенцем. Номер мамы. Гад. Сантехник-механик. Номера вообще актуальны? Сантехник-механик. Типа не то, да? Набрать номер мамы. Я чё, знаю номер мамы? Это мамин номер, да! Записки на холодильнике. Посмотрим мамин номер. 5-5-5-5-6-8-3. 5-6-8-3. Блин. Тут надо что-то сыграть на вот этих пикалках. Как раз звонок громко. Алло? Мам, это срочно, это срочно. Что происходит? Отец, с ним что-то не так. Хорошо, скоро буду. Встретить маму. Нет! Мать! Мать! Мать, спасай! Мать, спасай! Нет! Алло? Здорово! Тут трындец! Чё такое? Батя! Батя уже не батя! Окей, поняла. Беги, глупец. Чё такое? Кот мяукнул. Стоит. Мамонка. Выметайся. Освальд, 3 точки. Это должна быть мама. Хочешь, смерть будет маме. Мать, стоять! Мама! А, катсцена. Мам, папу похитили и заменили на... Похитили? Это какой-то такой розыгрыш, Освальд. Он выглядит нормально. Не нужно обманывать меня, что это срочно звонок, когда я на работе. Но, разве ты не видишь его? Я вижу, что твой отец в порядке. Ну, глаза светятся, так как этот же. У меня лампа не так ярко светится, как у него глаза. Не знаю, что я тебя нашло, но отправляйся в свою комнату. И успокаивайся. А мне нужно вернуться в больницу. Ну. Я вам что, на ночном дежурстве? Что ж, походу нужно отправить все в свои руки. Отец, видимо, застрял в бассейне. Нужно вернуться в пиццерию Джеффа. Найти способ бежать. Бежать просто. Я тебе с самого начала надо сказать, я тебе сказал, что надо бежать. Еще как только ты оказался в 85-м, ты уже сказал, что надо бежать. Нет, мне надо найти Майка и Чипа, мне надо найти Майка и Чипа. Нашел? Я бы вышел, посмотрел, погулять по городу. Или назад тупо вернуться. Нет, ты выждал, дождался. Сбежал. Пойти в бассейн Ченка. Где он? Карта есть? Ничего себе, карта. Не-не-не-не-не, стой. Назад.
Эта карта уже не для этой серии. Игра классная, загадочная, пиксельная. Ну, напиши в комментариях, что ты думаешь случилось с батей, почему он стал со светящимися глазами. Ну, если ты хочешь увидеть продолжение, то тебе надо поставить лайк, подписаться на канал, перейти по ссылочке в описании в телеграм-канал, там же можно и спонсорку оформить. Ну, еще будет хорошо, если ты поделишься этим видео с своим другом или подругой. Ну, до скорых встреч, пока-пока.